Привет, папа. У нас тут выпала куча снега. Я тебе обещала показать, как у меня внутри дома. Вот, ну вот начну я с вокруг дома. Вот Майк измерил, это выпало 12 инчей. А в сантиметрах это будет 12 умножить на 5, на 2,5, то есть это 30 сантиметров снега. Вот у нас как 30 сантиметров снега выглядит. И это вот мы вот так у меня выходишь из двери, такие кусты, скамеечка. Это вот гараж, где машина. То есть обычно мы не выходим, обычно мы выезжаем. И вот такие кустики с одной стороны. Соседский дом. Там вот помнишь, может, фотографию, где я сделала с оленем. Вот она тоже там была. И вот это тоже кусты под снегом. То есть мы их все засыпали, пока тут расчищали. То есть вот утречком тут было 30 сантиметров, а теперь все расчистили. Вот, а то, что не расчистили, это я оставила. Это у меня остров такой, называется Ленин остров. Вот, я вокруг него такую сделала дорожку. Вот, и вот это у меня Ленин остров. Я сказала его никому не трогать. А если они хотят, чтобы я его убрала, они должны подать петицию. Я ее обсужу и тогда решу. Вот, а вот это вот такая дорожка идет. Когда убирали улицу, сгребли весь снег к обочине, у нас получается вот такая огромная куча. Это вот снег, который трактор сгреб с улицы. Вот этот трактор у меня как стена. Вот, а тут такую я комнату сделала. И вот видишь, это у меня тут сиденье. Вот этот диван, он был на 2 человека, только когда я на нем сижу, он просаживается. А это вот кресло, да, только для меня. Вот такая у меня тут снежная комната. Вот вид на мой остров отсюда и на гараж. Вот так вот я иду, значит. То есть это куча наша со стороны. Да, вот так ее сгребли. Так что вот этот мой остров. И вот наш дом, как он выглядит с улицы. Вот, а такое сегодня небо интересное. Вот оно после снега синее-синее. Но какое-то странно непрозрачное, а как в тумане затянуто. Вот. И вот да, мне очень понравилось вот так вот играть в постройку разных крепостей. А теперь вот снег пошел, и там, где его убрали, он уже стаивает, потому что сама земля теплая, наверное. В общем, быстро стаивает. Вот, мне вот очень интересно, мой остров стает или таким и останется. А, вот же еще, вот я думаю, что я забыла, вот что я забыла. Вот, это снежный ангел, это вот я упала спиной на кучу снега, ну там кусты под ней. Я думала, что просядет, а оно не просело. И потом я руки поднимала вверх-вниз, и вот получился силуэт ангела. Это тут все делают. Но обычно падают на землю, и потом подняться сложно. А вот на кусты мне вообще очень-очень даже понравилось. Так что такой у нас снежный день. Очень повезло, что это все произошло в субботу-воскресенье. Никому никуда идти не надо. Поотменяли вообще все. Вчера ни одной машины не ездила. Никто никуда не ходил. Но вот сегодня уже поехали. Вот. И завтра все пойдут на работу, не особо волнуясь. Вот, пока.